Товарищи, товарищи, я... Такой бред! Я разговариваю, я тут распинаюсь, просто... Капец какой-то, капец. Я 15 минут, сколько уже? Много минут распинаюсь, рассказываю, а вы ничего не слышите. Ну, ёшкин-кошкин, ну как так? Это только я так могу сделать, это просто нереально какое-то. Да почему? Почему именно так? Почему именно у меня? Вот пур бы, сам дурачок, Тимофей, пур бы никогда бы не допустил такую ошибку. Так вот, все с самого начала, короче, рассказ. Я вам расскажу, как вот прошел мой день. Давайте, вот как будто только что, только все началось, окей? Только все началось. Значит так, мой день прошел просто превосходно. Я сегодня ходила, вы представляете, стриглась на карантине. Стричься, это ж вообще кринж, да? Я делала девочки ноготочки. И когда я делала девочки ноготочки, ну шучу, немножко раньше, но в любом случае, мне пришла гениальная идея. Хватит, с нас достаточно этих глупых стримов, где я рисую быстрый скетч на полстрима, а потом меня заваливают комментариями по этому поводу, сами знаете кто. Хватит, достаточно ставить этих бессмысленных стримов, непонятных и неинтересных. С этого момента мы будем делать исключительно, но это не факт, познавательный контент. Итак, товарищи, садимся за парты, берем свои карандаши, берем листочки двойные и записываем, потому что сегодня я вам буду показывать и рассказывать, как рисовать голову. Вот это да! Офигеть! Вы ж такого раньше нигде это не видели. Минус уж, да пойдем, сделай тише. Кошмар! Что такое? Пурп, этот арт будет специально для тебя. Я тебе отправлю его в ЛС. Только тебе. Шутка. Нет. Да я говорю. Ну, то есть, ну, как бы, да. Так вот, короче, у меня было два варианта. Чё рисовать? Фури голову. Или не фури голову, соответственно, человеческую. И я решила то, что я буду рисовать человеческую голову, потому что... Их я рисую гораздо дольше, в частности, женские головы, вот голову девушки, нежели фури. Так вот, а теперь мы переходим на наш красивый экран, для того, чтобы я смогла вам все показать, и все у меня работает, все замечательно, все отлично. И значит, с чего мы начинаем? Это, кстати, я уже рассказываю третий раз, ну нормально, в принципе. С чего мы начинаем? Кто знает, с чего нужно начать перед тем, как вы будете рисовать? Я уже вам показывала, конечно, с чего я начинаю, но вот с чего мы начинаем? Ответа в зале я не вижу пока что, так что я вам скажу и так. Значит, слушайте меня внимательно. Мы начинаем с круга, когда мы рисуем голову. Почему? Потому что любая композиция, абсолютно, когда вы рисуете абсолютно любой предмет, абсолютно любой, вам нужно начать с геометрической фигуры, которая будет хотя бы немножко примерно похожа на... Кирилл, ты что, самый умный, что ли? Я не поняла. Самый умный? В смысле совала? С круга, я сказала. Так вот, вы должны начать с предмета. Тьфу ты, ё-моё, с геометрической фигуры, которая будет максимально приближенно похожа на предмет, который мы рисуем, для того, чтобы создать композицию, посмотреть, насколько большой у нас этот предмет, куда его можно вместить, переместить и так далее. И для того, чтобы потом обрезать или немножко его удлинить, или что-то в этом духе. Фух, вот, значит так, мы нарисуем круг, он должен быть не идеальный, ну, не обязательно он должен быть идеальным, вернее. Мы, конечно, можем сделать его идеальным, но кому это надо вообще? Кому это надо? Так вот, приветик, линк, ленса-линк. Так вот, мы начинаем с круга, и для того, чтобы вам продемонстрировать, как работает ось, а следующая наша подтема это ось, я разделю этот круг на два, я вернее их продублирую, и буду вам показывать, как работает ось. Практически каждый раз, когда я рисую не просто так вот,
с нифига, тьфу, плюнул в потолок и нарисовал. Нет, я подготавливаюсь. А именно, нужно вот выбрать, в какую сторону будет смотреть персонаж, вы это все знаете. Самое красивое, необычное, невероятно привлекательное, по моему личному мнению, ракурс, самый красивый ракурс, это Йома. Можно помедленнее, я записываю. Конечно, можно, но посмотрите, как бы, запись потом. Да, спасибо большое, прокрастинатор Топранга, за 20 рублей, опа. Так вот, да-да-да-да-да, так вот, мы, всем привет, кто только сейчас зашел, пришел. Чё опаздываете на урок, не поняла, где извинения? Где извинения? Садитесь на свои места, открывайте тетради и записывайте. У нас сегодня туториал. Так вот, товарищи, мы пока что нарисовали только круг, но этот круг нужно как-то обозначить, в какую сторону смотрит этот наш круг. Самая моя любимая поза, самый ракурс, прошу прощения, это три четверти. Сейчас объясню, что это такое. Короче, условно у нас есть круг, да? И есть, как вы знаете, фас, профиль и анфас. Фас — это не то, что... Если я ничего не путаю, конечно. Задержка большая. Да что ж такое, ё-ма. Блин, что-то у нас шоколадки технические. Прям капец сегодня. Я, конечно, в шоке от такого. А, мне надо посмотреть. А как посмотреть задержку чата? Интересно. Ладно. В любом случае, я, кстати, чат включила. Я не знаю, задержка 30 секунд. Ну, я не знаю, как это исправить, если честно. Если это как-то можно исправить. Сейчас, извините, тут немножко. Сейчас буквально 3 секунды, и я все верну обратно. Чат. Интервал между сообщениями. Сохраняющая у меня нет задержки. У меня вроде пишет, что нет задержки никакой. Это странно, на самом деле. Где нигде не вижу, нигде не показано ничего. Ладно, это странно. Знаете, это странно. Это, скорее всего, зависит от вашего интернета. Но в любом случае, на чем я остановилась? На оси. Если мы будем так медленно работать, мы, блин, не нарисуем ничего. Короче, я вам рассказываю. Есть фас... Да, вот я, кстати... Перерыв между сообщениями увеличил или уменьшил, я не знаю. Вот. Так вот, у нас есть, значит, несколько положений головы интересных. Вот, значит, три четверти. Объясняю. Есть положение, вот называется фас, если я ничего не путаю. Это когда человек смотрит точно вот на нас, да? Я сейчас нарисую максимально схематично по-уродски, но чтобы вы понимали, вот, да? Вот его глаза, он смотрит чисто на нас. Есть профиль, это когда человек смотрит, вот на монетах очень часто такое бывает, когда изображают там королей и тому подобное, это когда человек смотрит, это когда человек смотрит в сторону, то есть ты видишь его шею, вот здесь у него глаза, вот это подбородок и так далее, вот так он смотрит на нас, так он смотрит в ту сторону, а есть... Задержка самого стрима, настройка стрима. Да, я смотрела настройки стрима, ничего не ясно, непонятно. Изменить, вот у меня, да, я нажимаю кнопочку «Изменить». Плейлисты, бла-бла-бла, для детей, не для детей, теги, субтитры, дата. Нет у меня нигде задержки. Нету. Ладно, неважно, неважно. Так вот, в любом случае, а три четверти — это... Когда у нас лицо, вот если мы нарисуем ось вот здесь вот, да, вот как будто он смотрит как бы и в бок, но как бы может и смотреть немножко на нас. Вот это и есть, что называется три четверти, товарищи ребята. Поэтому я беру свою самую любимую позу,
тьфу, позу, ракурс, который называется «Три четверти», и буду его рисовать, этот ракурс. Итак, что для этого нужно сделать? Для начала мы делаем, мы показываем ось, которая обозначает, в какую сторону смотрит наш любимый человек. Ну, не любимый, наш персонаж, да? Затем мы соединяем вот отсюда, вот от этого круга, да, делаем такой, как небольшой овальчик, для того, чтобы показать, насколько длинное наше лицо. Если нам не нравится, насколько длинное наше лицо, допустим, оно слишком большое, мы берем, его сужаем. Вот таким вот образом. Ну, по крайней мере, это то, как делаю я, да? Вот так вот сужаем, немножко подправляем, и все у нас прекрасно. Так вот, затем мы намечаем, где у нас примерно находятся уши, ухи, ну, по крайней мере, я так делаю. И затем, вот вы могли бы подумать, что вот эту можно использовать линию для того, чтобы обозначить, где у него будут глаза. Вы правильно подумали, но мы сделаем немножко тяжелее, сложнее. Ухо нарисуем потом. Почему? Потому что. И покажем, что наши глаза вот условно на вот этой вот высоте. Да? Прекрасно, замечательно. Вот у нас глаза будут где-то вот здесь вот. Затем нам нужно нарисовать что? Нам нужно показать, где ухо. Товарищи, объясняю вам, что ухо заканчивается чуть-чуть выше, чем наши глаза. Ну ладно, допустим, там, где наши глаза. Вот я нарисовала условно, где примерно будет ухо, если что, я его подвину, сделаю выше, ниже и так далее. Затем, что я делаю дальше? Что я делаю дальше? Затем я рисую, намечаю, где у нас будут глаза, да? Вот как нарисовать красиво и просто глаза? Я вам сейчас покажу мега лайфхак, который я нашла в одной из многочисленных книжек по туториалам, по рисованию, которых я находила, покупала непонятно где, в Android Store, просто в обычных магазинах. И самый удобный для себя способ, который я нашла, вот такой вот был. Вы его тоже неоднократно видели. Когда рисуют круг, затем еще один круг. Да ёшкин-кошкин, что ж ты делаешь, планшет? Затем второй круг. Да, которая показывает второй глаз. Я нарисовала побольше, чтобы мне было удобнее его потом переставлять, все равно его переставляю. Прикол в чем? Расстояние между глаз в идеале должно находиться, тут должно поместиться три глаза, вот условно. Один глаз, второй глаз, я его скопирую, Ctrl-C, Ctrl-V, кто не знал, и третий глаз. Но еще вот прикол в чем? Чем ближе к нам сторона, тем больше должен быть глаз. Понимаете? Змурло? А, Мурло Гейминг. О, привет, Мурло, кстати. Слышишь ты, Мурло? Попрошу. Так вот, да, ребята, чем ближе к нам глаз... Чем ближе к нам предмет, тем больше он должен быть. Соответственно, глаза, это, ну, как бы, это правило не обходит. И в идеале расстояние между двумя глазами, вот если вы посмотрите на свои глаза, да, и сравняете их, то между вашими глазами должен поместиться еще один глаз, третий глаз, да? Опять же, в идеале. Если вы хотите подчеркнуть особенность вашего персонажа, вы можете сделать глаза максимально близко или максимально далеко, потому что у нас все, у людей, да, у простых, у народа, все несимметрично. Соответственно, если у вас намеренно, вот самое главное, что намеренно будет один глаз чуть ближе, чуть дальше, чем другой, то это нормально. Что я делаю? Я делаю глаза всегда чуть ближе, потому что я, бунтарь по своей натуре. И хочу сделать именно так. Вот, я ставлю их ближе. Но потом все равно отдаляю.
Почему? Потому что. И еще, во время того, как вы рисуете, если вы рисуете в программе, и у вас есть возможность вот так вот поворачивать ваш рисунок, обязательно делайте это, зеркальте. Если вы рисуете на бумаге, подходите к зеркалу и смотрите через зеркало на свой рисунок, потому что потом вы можете сделать полностью рисунок, потом так его повернуть, а у вас глаз летит, ну, вот где-то вот здесь, вот, да, находится. Но это я вам серьезно говорю про проблемы и ошибки, которые возникают у всех художников, да, особенно начинающих. Если вы рисуете также на бумаге, лайфхак такой, берете телефон, открываете камеру и фотографируете свой рисунок. На камере почему-то, я не знаю, что это за магия такая, но на камере всегда видно изъяны рисунка. Если у вас поплыл глаз, утекла бровь или еще что-то случилось, там подбородок слишком большой или маленький, просто берете и фотографируете свой рисунок сверху. Я вам говорю, всегда работает. Ну, типа, глаз улетел, ну, блин, ну, бывает такое, ну, кто понял, тот понял. Короче, продолжаем. В общем, мы наметили, где у нас должны быть глаза, правильно? Теперь нужно поработать немножко над формой головы. Поскольку я рисую девушек, и я хочу, чтобы они были миловидные, я делаю, вот три пункта есть, да? Три пункта. Первый пункт. Для того, чтобы сделать милого персонажа, вам нужно сделать, первое, большие глаза. Глаза должны быть реально большими. Второе. У него должно быть округлое овальное лицо. Ну, это у милого персонажа, да? И третье. Я почему-то пишу наоборот, но это не важно. И третье. А вот насчет третьего мы поговорим чуть позже. Сейчас мы занимаемся. Мы глаза наметили. Нос, кстати, у нас тут что-то тоже наметился сам по себе. Прикольно. Так вот, кстати, насчет уха. В идеале, опять же, в идеальных пропорциях человека и тому подобное, глаз, вернее, ухо должно заканчиваться на линии, где заканчивается глаз. А начинаться, кажется, сейчас я померяю, а начинаться там, где начинается нос. Если я ничего не путаю, если я не ошибаюсь, поэтому я просто намечу, где у нас примерно будет ухо, и поедем дальше. В общем, что я делаю? Дело в том, что в три четверти тут такая прикольная штука получается. Над глазом вам нужно сделать такую выемку. Вот здесь вот у нас находятся брови. Соответственно, для брови нужно некоторое пространство. Если вы пощупаете свою вот черепную коробку, которая называется голова, вы почувствуете, что череп, он вот так вот устроен, дурацкий череп, то, что когда вы трогаете вот свой глаз возле глаза, пространство, то там идет углубление. Соответственно, вот здесь вот у нас углубление идет, и нужно сделать над бровью вот такую вот дугу, а затем уже рисовать сам лоб, да? Вот такие вот пироги, товарищи. Так, слушай, Тимофей, я что-то не поняла, ты что-то... Зачем ты удаляешь сообщение? Спам был или что? Тим. Так, видимо, надо пока что... Давай потом поработаем. Я тебе объясню, что как, и потом. Да? Ну... Блин, ты там сильно не увлекайся. В любом случае, на чем я остановилась? На том, что вот здесь вот должно быть углубление, да? Там, где у нас идет бровь. Затем я оставляю это пространство и начинаю рисовать щечку. Поскольку я хочу милого вот персонажа, я делаю щеку, ну, достаточно большой, да? И затем у нас к подбородку, вот на то я и наметила линию, идет срез. Ну, то есть... Подбородочек я делаю в анимешном стиле, я делаю его не прямым, не вот таким вот, небольшим, а вот совсем маленьким, выглядит как треугольник со стороны. Затем я беру и вот так вот к уху направляю линию. Опять же, если вы потрогаете свою челюсть, внизу челюсть, это то, что вот это выглядит, вот это челюсть, то вы можете заметить, что возле уха у вас идет прямая линия, а затем идет резко вниз, вот таким вот образом. Но я скруглю этот момент, потому что я делаю стилизованного персонажа, а не реалистичного.
Поэтому некоторые черты можно просто взять на них, наплевать, и все будет нормально. Вот такая вот у нас получилась заготовка. Привет, Наоки! Привет! Мы рисуем туториал. Ну да, соответственно, я делаю для вас туториал, я все объясняю, а вы слушаете. Если вам нравится, ставите лайки. Если не нравится, ставите лайки. Огурец кун будет, ну, чуть-чуть попозже. Прости, пожалуйста. Так вот, мы сделали вот такую вот заготовочку. Нереально крутую, чисто. Вот это да! Что же мы делаем дальше, товарищи, друзья? Что же мы делаем дальше? Я лично приступаю к тому, что я начинаю рисовать либо ухо, ну, скорее всего, нет, потому что очень часто у меня ухо закрывается волосами, либо я начинаю рисовать глаза. Итак, я показала вам, как подготовиться к тому, чтобы нарисовать глаза, а сейчас я вам покажу, как их рисовать. Итак, самый простой способ. Давайте я, наверное, покажу вот... Ну, вот у меня круг есть. Вот представим, что это глаз, да? Вот такой вот большой красивый глаз. Значит, что мы делаем? Все элементарное, гениальное, просто. Мы рисуем линию той формы, которой хотим, чтобы у нас был глаз. Немножко обрезая переднюю часть. Ну, или даже всю вот сверху. Давайте я нарисую классический глаз, как у нас глаз выглядит, да? Вот у нас он идет вот такой вот миндалевидной формы. Миндаль видели когда-нибудь? Выглядит вот так вот. Сейчас. Вот так вот, как небольшая капелька, да? Вот это миндаль. И идеальный глаз, типа, он миндалевидной формы. Соответственно, мы рисуем сверху вот такую вот штучку. И снизу примерно такую же. Отступаем и там, и там. И вот так вот у нас получается. Затем... вот эту линию сверху мы используем как линию для того, чтобы показать, где у нас находится вот эта кожица, слипшаяся над глазом. Как она называется? Я не помню. Ну, вы поняли меня, я надеюсь. И делаем вот такую вот штуку. Затем, если хотите, можете нарисовать вот этот вот слизнячок, который у нас находится. Дурацкий, глупый, да? Я лично утолщаю реснички вот таким вот образом. Вот здесь вот можно, конечно, тоже показать слизистую, но это совсем не обязательно, потому что мы рисуем века. Спасибо большое, Кирилл, ты умный. Я всегда это знала. Так вот, да, мы рисуем слизистую, но это тоже, ну, совсем не обязательно, потому что, ну, типа, глаз вообще нереалистичный, большой, вообще ужас, кошмар. И теперь мы рисуем сам глаз. Я рисую глаз круглым, потому что вот эти ваши овальные анимешные глаза, они, конечно, очень красивые, но я предпочитаю рисовать круглые глаза, да? Вот мы рисуем круглый глаз. Опять же, отзеркаливаем, смотрим, чтобы у нас все было более или менее гармонично, симметрично и все остальное. Прости, Луаджисикс. Мы поговорим с Тимофеем на эту тему. Угу. Так вот, я о чем? Я о том, что мы делаем дальше. Вот у нас есть глаз, по идее, да? Но нет, нам еще нужно нарисовать бровь. Самая красивая бровь, это бровь, которая следует форме вашего глаза. Спросите у любого визажиста. Если вам, девочки, делали когда-нибудь бровки, то вам наверняка говорили, что бровь, она идет по тому, как... ведет себя глаз. Я имею в виду по форме глаза. Извиняюсь, дико. Вот смотрите, у нас идет вот так вот полукругом. Фу ты, господи, все, века. Я веду практически параллельно веку линию, а затем увожу ее слегка выше. И у нас получается идеальная бровь. Ее можно сделать толстой, ее можно сделать тонкой. Но если вы будете рисовать бровь именно так, то все будет гениально идеально. Если вы вдруг бунтарь и хотите нарисовать ровную бровь, пожалуйста, вот вам ровная бровь. В принципе, рисуйте как хотите, хоть стрелку на самом деле. Но я вам советую, вот если вы хотите просто сделать красивую бровь, то сделайте ее. Ведите ее сначала почти параллельно линии века,
а затем уводите слегка выше, чуть-чуть буквально. Вот. Собственно, и все. Вот так вот он и рисуется, да? JavaScript. Lua JavaScript. CSS. Ладно. Бот злился и не прислал уведомления. Ну, бывает. Привет, Эва. Собственно, мы нарисовали глаз. Сейчас я вам быстренько на этом же примере покажу, как я его закрашиваю. Ну, это чисто для скетча, если вам вдруг нужны более выразительные глаза. Я беру цвет, который слегка светлее, чем цвет обводки. Сверху наношу, собственно, зрачок, да, указываю, где зрачок. Беру белый цвет и делаю блик. Глаз готов! Девочки, боже, это что за прелесть? Убираем обводку, и получается такой глаз. Мега просто. Нереально. Продолжаем рисовать глаза нашему мега-персонажу. Вообще почему-то на пацана похож, хотя, по идее, это девочка. Я, пожалуй, уберу пока что брови, для того, чтобы они меня особо не смущали. Меня смущают эти брови, кошмар. И сделаю вот здесь, вот, может быть, чуть поменьше лобик. Потому что я так захотела, да? Задержка ушла, кстати. Ну, блин, ну, получается, что да. Да, вообще, магия нереальная. Так вот, теперь мы рисуем глаз. Сейчас я подумаю, какую же форму глаза я хочу. А можно вообще взять абсолютно любую форму глаза, которую вы хотите или не хотите? Капец, глаз реально. Я говорю, Фарадей, это реально глаз. Вот это да. Ничего себе. Невероятно. Так вот, значит, продолжаем. Продолжаем. Я выбрала пустой слой и работаю теперь чисто над глазами. Для того, чтобы нарисовать большие глаза, я иду прям по линии, которую я нарисовала ранее, то есть по вот этому кругу, да? Смотрите, что я еще делаю, мега лайфхак. Дело в том, что три четверти у нас строятся таким образом, что вот этот вот глаз, он будет, ну, как по моему мнению, будет более выразительным, чем этот. В общем, я иду по линии, которую я нарисовала ранее, соответственно, здесь я буду делать то же самое, но чуть позже. И снизу иду точно тоже по этой линии. Вот таким вот образом. И выхожу слегка за грань линии для того, чтобы нарисовать ресницы. Видите вот эту вот линию? Я веду по ней же, слегка намечаю век. И вот такой вот нереально красивый глаз у нас получается. Затем... Точно так же, практически точно так же, я рисую второй глаз. Я иду по линии, начинаю намечать ресницу вот таким вот образом. Ни в коем случае, когда вы рисуете три четверти, ни в коем случае нельзя брать, копировать вот этот глаз и переносить сюда. Я вам сейчас объясню, почему. Это может сработать, если вы рисуете фас. Гав. Потому что у нас абсолютно, ну, не абсолютно, но примерно симметричная вот эта вот сторона, номер один, и номер два. Поэтому вы можете отзеркалить, копировать и, прошу прощения, и вставить глаз вот на другую сторону. Что касается три четверти... У нас этот глаз меньше, во-первых, и даже если вы его сделаете больше, но выглядеть это будет, ну, не очень красиво, по моему личному, субъективному мнению. Если хотите, то, конечно, да, но вообще не рекомендую, на самом деле. Так вот, рисуем, значит, вот эту вот штуку, да, которая называется у нас ресницей. Рисуем ресницу, затем точно так же снизу сначала слегка наводим, затем чуть толще берем и делаем нижнюю ресницу. Ресничечку нашу, красивую, чисто. Вам вообще интересно? Я тут я немножко заговорилась, но вообще как, норм? Рисуем нижнюю ресницу. А вот теперь здесь точно так же я намечаю века, и глаз почти готов. Я сейчас смотрю вот сюда, вот, и мне кажется, что все-таки глаз слегка большеват, поэтому я отдаляю, переворачиваю и
немножко делаю глаз меньше. Вот. Слегка его сплюскиваю, смотрю. Вообще, на самом деле, в рисунке главное не спешить. Главное все делать поэтапно. Вас никто не забьет палками, если вы выложите сегодняшний рисунок не сегодня, а завтра. Когда вы посмотрите на него чистым взглядом. Очень рекомендую, кстати, когда вы что-то рисуете, выкладывать работу на следующий день. Потому что вы можете посмотреть на свою работу на следующий день, после того, как вы поспали, с мыслями пришли и так далее. Здравствуй, бабушка! Привет! Вот, только рисовать не совсем успеваю, можно без рисунков конспект сдать. Конечно, можно. Вот, так я о чем? О том, что после того, как вы поспите и посмотрите на рисунок еще раз, все будет... Тьфу, блин, запинаюсь уже, все, меня отвлекли. Так вот, вы можете найти какие-нибудь новые недочеты в вашем арте чисто. Поэтому вот я вам советую всегда выкладывать свой рисунок на следующий день. Эва, веди себя прилично, пожалуйста. Пожалуйста. Ко мне тут родственники заходят чисто. Гости не приезжают, ты сюда заходит. Вот так вот, да. Мы закончили с глазом более или менее. Теперь рисуем, соответственно, глаз внутри глаза. Для этого, опять же, я использую нереальную технику. Во-первых, нам нужно определиться, куда вы смотрите вообще, куда будет смотреть персонаж. Можно сделать гораздо проще, можно нарисовать просто два круга. Вот так вот сделать его чуть меньше и поводить, посмотреть, куда вообще вы хотите, чтобы смотрел персонаж. Но мне больше всего нравится рисовать так, чтобы персонаж смотрел либо на тебя, либо на тебя. Поэтому вот этот глаз мы делаем, вот направление взгляда у нас вот примерно вот сюда вот, ну, не прямо на тебя, да, потому что когда рисунок смотрит на тебя, это немножко стрёмно, я вот направление делаю в эту сторону примерно. Поэтому вот этот вот глаз нужно... Да ёшкин, матрёшкин, что ж такое? Бабуля, ты не мешаешь. Сиди, нормально. Так вот, вот направление взгляда. Собственно, мы рисуем вот этот глаз в данную сторону, да? Вот так вот сюда практически не заходим. Можно буквально чуть-чуть наметить, но в принципе не обязательно. И еще какая фишка? Я делаю вот такую штуку, линию, когда веду именно глаза. Я делаю ее немножко шире на концах, для того, чтобы сделать на этом акцент. И уже, когда она вот находится на середине, да? С этой стороны делаем то же самое. То есть смотрим, куда у нас смотрит персонаж. И рисуем круг. Круг не должен быть идеально... как бы это странно ни звучало, круглым. Типа, вы можете, конечно, взять вот такой вот инструмент, поставить его, нарисовать круг, но это будет смотреться немножко неестественно и стрёмно. Поэтому, если он у вас будет не совсем круг, а овал, тоже, в принципе, норм. Вот так вот я нарисовала, куда у нас смотрит персонаж. Надо обязательно проверить, чтобы это смотрелось гармонично и вообще нормально, адекватно. Но вроде норм. Подожди, туториал быстрый, как пуля. Поэтому... В принципе, нормально, адекватно. Сколько у нас тут вообще посидит? Ого! Нормально, в принципе, как бы нормально. Так вот, да, мы, значит, рисуем вот наш глазик. И знаете, что я сейчас сделаю? Я сейчас сделаю одну штуку. Я возьму и как бы вот так вот... Я поняла. Я возьму и немножко вот так вот раздвину глаз и немножко его сужу. Все, вот так вот выглядит лучше. Почему я это сделала? Потому что мне так захотелось. А здесь особой логики нет, мне просто вот нравится, чтобы было именно так. Мы рисуем, закончили. Ну, более или менее, да? Более или менее нормально. Тут, конечно, можно долго сидеть над формой глаза и так далее, и тому подобное. Следующая штука. Товарищи, я вам рассказываю мега лайфхак. Опять, очередной мега лайфхак от Инарин. Нормально. В общем, если вы хотите указать эмоцию своему персонажу, ничего не будет работать лучше, чем брови. Глаза – самый явный показатель настроения персонажа. Если вы нарисуете улыбку,
она будет выглядеть неискренне, если сами глаза не будут улыбаться. Вот сделайте, попробуйте улыбнуться, да? Если человек улыбается поддельно, у него сосредоточены мышцы только в районе рта. Типа он поднимает щеки, такой, я улыбаюсь. На самом деле это нифига не естественно, и все сразу поймут, что вы вообще нездоровый человек. Что я предлагаю? Если вам нужен улыбающийся персонаж, я копирую сейчас глаза и рисую улыбающегося персонажа. Условно, вот это будет наша улыбка. Когда мы улыбаемся, у нас что делают? У нас люди уходят, и мне это не нравится. Будем сейчас силой возвращать. Да не надо силой возвращать, все в порядке. Непонятно, почему уходят, но нормально. Ну, Лик пришла. Привет, Лик. Так вот, когда вы улыбаетесь, у вас поднимаются щеки. Когда у вас поднимаются щеки, у вас закрываются немножечко глаза. Вот таким вот образом. Вот, да, вот вы как бы немножко щуритесь, когда вы счастливый. Когда вы улыбаетесь, вы немножко щуритесь. Именно поэтому я вам предлагаю сделать, нарисовать условно глаза, потом сделать небольшую дугу, и вот так вот. Вот так вот. Нарисовать нижнюю часть глаз, да? Если вы хотите сделать вот прям нереально счастливого человека, вы можете еще и верхнюю часть немножко прикрыть. Для того, чтобы он прям вот щурился, вот скажем так, да? И вот он такой, сразу глаза улыбаются, сразу вы понимаете то, что я тех догоняю, ты других лови, давай, ура, да. Классные у меня люди, которые, ну да, ловят чисто, загоняют людей пинком под зад. Еще обратно смотреть все. Да, так вот, у вас сразу улыбается персонаж, он сразу вот счастливым становится, он рад, то, что вы его нарисовали, потому что вы сделали его улыбающимся, а будет разбор работ. Я не уверена, но надеюсь, что да. Так вот, допустим, улыбающийся персонаж, да? Вот примерно таким вот образом он и выглядит. Опа! Все. Сижу как додик и пытаюсь улыбнуться всем лицом. Спасибо большое за 20 рублей, прокрастинатор. Блин, ну получается, что да, улыбайся. Да, улыбаться это хорошо, кстати. Люблю улыбаться кайф. Так вот, я о чем? Теперь мы рассмотрим, как рисуются, вот у нас обычные глаза, теперь мы рассмотрим, как рисуются грустные глаза. Я вам сейчас тоже расскажу мега историю. В общем, дело в том, что наше человеческое лицо, вот наше вот это вот, человеческое лицо, оно не способно передать выражение, эмоции настолько сильно, насколько это делает анимация. Если вы посмотрите мультфильм какой-нибудь, вы заметите то, что там эмоции гораздо более сильно прослеживаются, чем у нас вот в нашем человеческом обыкновенном рабочем лице. Поэтому что мы делаем? Для того, чтобы показать больше эмоций, мы используем в рисовании брови. Как я уже показала, для того, чтобы нарисовать улыбающееся лицо, вы просто берете, ну и тут брови особо не имеют значения, да? Просто нарисовали обыкновенные брови. Но вот чтобы сделать грустное лицо, вам нужно постараться. В общем, сейчас я нарисую палку, чтобы вы примерно поняли. Смотрите, я сделала сначала, ну, немножко грустное лицо, да? Если брови направлены вниз, у нас вот как бы такое вот выражение лица получается печально, знаете, как у кота, когда у него большие глаза, они блестят, и брови направлены вниз, нам сразу хочется пожалеть человека, которого мы нарисовали. Сейчас мы попробуем сделать тупо прямые брови. То есть смотрите, как сразу же меняется вот просто на глазах, скажем так, эмоции. То есть, ну, здесь покерфейс, да, это когда, ну, у человека, ну, без эмоций, безэмоционально, просто прямые брови, ничего, да. И сейчас мы повернем глаза, тьфу, глаза, брови, и сделаем их, и немножко ближе направим к глазу. И у нас получается товарищ злой, вот он, недовольный, он чем-то явно недоволен. Поэтому брови играют огромное значение в том, как мы покажем эмоцию. Соответственно, если мы хотим злого персонажа, мы делаем брови вниз, можем даже сделать акцент на глазах, то есть мы делаем вот эту часть тоже. Как я говорила, бровь рисуется по форме глаза, в данном случае работает наоборот, то есть вы можете нарисовать сначала бровь примерно, да, как она будет по эмоции идти, а затем
под него подстроить форму глаза. То есть вот так вот у нас глаз идет вниз, персонаж получается недовольным. Если у нас бровь обычная прямая, рисуем обычные глаза. Если у нас бровь идет вниз, вот так вот она разворачивается, то персонаж выглядит рисунок как социальная реклама против насилия. Может быть, кстати. То сразу у нас персонаж становится таким грустным. Вы видели когда-нибудь, как выглядит дизайн глаза Флаттершай из My Little Pony? У нее глаз идет вот так вот вниз, и бровь вниз. Такие большие круглые глаза. И у нее всегда как будто немножко грустный глаз выходит. То есть передняя часть, она больше чуть-чуть, а нижняя, она ниже. Вот так вот она идет, да? То есть он как бы персонаж немножко грустненький, вот такой вот. Заметили, да? Опять же, если у вас подняты щечки, чуть-чуть прищуренные глаза, это может быть веселье. Если вниз это горе, нашему персонажу плохо, и он грустный. Если мы давим на то, что как бы мы вообще мега крутые люди и хотим выглядеть грозно и зло, мы просто берем и рисуем вот так вот наши брови. И у нас получается злой персонаж. Все максимально просто. В данном случае я хочу взять улыбающегося товарища, потому что я так хочу. И, значит, какой способ вообще еще нарисовать брови? Прикол в том, что некоторые товарищи рисуют брови от носа. Вот, как раз мы идем ниже, к носу. Я вам сейчас покажу. Смотрите. Значит, мы идем по линии, как я уже до этого говорила. Мы идем по линии глаза, рисуем бровь нашу, да, условно. Я ее немножко приподняла, чтобы сделать ее даже такой вот хитрой, да, слегка. И вот здесь вот сделаю. Сделаю нашего персонажа таким более хитрым, когда что-то замышляет явно. А теперь, как нарисовать нос? В общем, я рисую нос как гей немножко. Я тупо могу сделать вот такую вот штуку и, ну, считай нос, да? Или до этого я рисовала нос как три черточки, но мне кто-то говорил, что у них боязнь этих трех черточек. Вообще ужас, кошмар, убери это. Поэтому сегодня я нарисую нос, как я ее обычно не рисую, но здесь мне понравится, я это оставлю. А что с музыкой? А что с музыкой? Музыка есть, ее нет? Вроде есть. Что мне с ней сделать? Может мне ее как-то перенести? Ну вот я начала с самого начала музыку. Начала сначала. Так вот. На чем я остановилась? Я остановилась на носе и бровях. Странно. А сейчас есть музыка? Ой-ой, шо ж такие? Вернись обратно. Вот так нормально? Интересные попугаи, что у меня сегодня вообще проблемы с микрофоном, с музыкой, совсем подряд. Ужас, кошмар какой-то. Вообще невероятный. Я считаю, это бан. Вот так. Значит, нос. Нос. Не забываем, продолжаем. Нос. Мы ведем... Нет, не слышно. Громче. Да куда громче? Блин, капец. Здрасте, лягушка. Слышно? Привет, Мел! Привет! Мы пока пытаемся музыку настроить. Почему-то у нас не получается. Получается? У меня все... Ничего не работает, капец! Ну ладно, я пока оставлю... Да? Ну все, значит, все. Наконец-то мы рисуем нос. Сколько можно откладывать этот нереально знаменательный момент?
теперь у нашего персонажа появится орган, которым он сможет дышать. В теории. У аниме вообще нос странный. Так вот, смотрите, что я только что сделала. Я сделала дугу. Вот, типа, вы можете повернуть вот так вот и сделать от вашего века дугу вниз. И у вас получится нос. Вот это да! Офигеть! Это же просто невероятно! А знаете, что вы еще можете сделать? Вы еще можете сделать дугу вниз, и у вас получится такой треугольный носик. А еще вот здесь вот сделать точечку, и у вас будет ноздря. Офигеть! Кто мог подумать вообще? Но я такие носы не рисую. Прости, девочка. Я рисую, я раньше рисовала вот так вот нос, но мне сказали, боже, Катя, что ты творишь с нами? Какие точки? Это выглядит как дырки какие-то в лице. Ужас, кошмар, убери это и никогда больше так не рисуй. Вот так вот именно мне и сказали. Поэтому я теперь просто показываю это цветом. Ну, вот таким вот образом, да? Я могу сделать ее не такой вот яркой, а чисто вот так. Типа, у нас здесь есть нос. Вот здесь вот у нас есть нос. Вот. И теперь... Самое интересное, я немножко опущу бровь, потому что она меня чуть нервировать начинает. Самое интересное, зачем мы все сюда пришли, как нарисовать рот. Вот это, кстати, задача и для меня недостаточно, ну, простая. Поскольку рот я до сих пор адекватно рисовать не умею, но сейчас расскажу, что знаю. Кто кого извиниться заставит? В смысле, не поняла? А, кстати, да, ребята, слушайте, те, кто опоздали на стрим, садитесь за парту, берите ручки, карандаши, записывайте, но вы опоздали, поэтому у вас будет минус балл под конец, значит, все арты, которые вы сделали на стриме, скидывайте обязательно в DS Discord, DS Discord, который называется «Ваше творчество», обязательно, я просто обязана это увидеть, я лайкаю всех на минуточку, почти, поэтому... Берем карандаши, ручки рисуем, девочки, ноготочки. Так вот, поскольку персонаж у нас улыбается, мне не важно, что ты можешь, что ты не можешь. Ты пришел сюда зачем? Чтоб хи-хи-ха-ха свои разводить? Нет уж, нет уж. Нет уж. Посмотрите на него, творческий человек, а рисовать не хочет. Но это как так вообще? Посмотрите на него. Мы можем, конечно, рисовать такую улыбку, но она мне не очень нравится. Именно поэтому мы будем сейчас что-то делать. Ну все, Мэл, минус балл, я тебе говорю. Чтобы меня увидеть, ну, простите, но вы меня не сможете увидеть, потому что сегодня мне как бы, ну, я не успела накраситься, я не хотела краситься. У меня, кстати, завтра день рождения, кто не знал. Вот, с днем рождения меня. Представляете, мне 20 лет исполняется, офигеть, я сама в шоке. Я, конечно, вообще... ну все, так можно до исключения. Да вообще, говорит, перманентный бан за то, что вы не приходите на стримы. Шутка, 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 шутка. Это все не принудительно. С дырчиком. Ну, рано еще меня с дырчиком поздравлять, это я вам так, чтобы завтра меня поздравили. Капец. Вот такая вот я чисто... Вот такая вот я, чисто, да. Так вот, рот, как рисовать рот, блин. Ну, капец, ну, я нарисую, я ничего особо сильно вам по рту не скажу, я вам так скажу. Поэтому я просто нарисую ротик. Вот такой, ой, божечки. Знаете что? Вот что-что? Но я же человек, я не робот. Самое простое, это нарисовать чисто точку. Но я легких путей не ищу. Я нарисую рот. Знаете, что я могу вам сказать? Самое главное, самое красивое, по моему личному, опять же, субъективному мнению, когда рот рисуют, вот на концерт, а, рисуют вот такую вот точечку. Вот я вам сейчас покажу, например, когда рисуют... Алло, работай. Еще... Так вот, когда рисуют вот такой вот улыбающийся ротик, да, когда делают вот затемнение в уголках рта, это прекрасно. Я обычно две точки рисую, типа вот такие вот. Кстати, я видела, в аниме так тоже рисуют.
согласна, узнала. Я хотела вам на самом деле показать фишку с зубами. Типа, сейчас я попробую нарисовать рот открытый. Не помню, когда в последний раз его рисовала, на самом деле. Очень давно. Блин, как плохо получается, ё-моё. Сколько стоят индивидуальные уроки? Нисколько не стоит. Считай, что это индивидуальный урок, потому что ты можешь задавать абсолютно любые вопросы. И опять же, следующий раз, когда я буду делать туториал, ребята, я отправила уведомление к себе в Discord-сервер для того, чтобы вы смогли отправить все свои работы, которые вы хотите, чтобы я исправила. Я не чмырю ни разу, никогда работы. Я, наоборот, все поощряю и делаю все максимально... Боже, как плохо получается. Максимально... Ну, просто, и я обожаю всех, кто умеет рисовать, так что лучше рот закрытым рисовать. Согласна, узнала. Я сейчас нарисую небольшой ротик, вот такой вот. Уже пятый раз, наверное, пытаюсь нарисовать рот, но вот с этим у меня проблема, согласна. Здесь я туториалов особо не буду делать, потому что, ну, как бы, я сама учусь, так сказать, самоучка, нужна практика. Вот, смотрите, вот как раз для этого и нужна... штука, которая называется отзеркаливание, потому что вы можете нарисовать рот, а потом окажется, что он уплыл куда-то вниз, непонятно куда, оказалось, что все просто замечательно, знаете что, нафиг этот рот, нарисую его потом. Расскажу пока что-нибудь другом, как я стихами заговорила, это Мел, потому что тут появился, а вы знали, что Мел это капец крутой певец? Ха! Я Пушкин! Надо фамилию в паспорте менять, капец я даю! Абсолютно любые вопросы. Ну, любые вопросы, которые будут касаться рисования. Какой планшет взять для рисования и игры в ОСУ? Насчет игры в ОСУ не знаю. Там, скорее всего, нужен планшет, на котором можно будет уменьшить область для игры, потому что нужно очень быстро вводить мышкой, вернее, пером. А вот для рисования берите абсолютно любой планшет, главное, чтобы он работал. Для начала самое оно лучше, чем пальцем рисовать по экрану, это я вам точно говорю. У меня будет кол, я не очень хочу учиться, буду слушать как подкаст. Да, ё простые, Нари не делай так. Да, он нормальный, классный человек. Пушкиным стал я, намекну. Ссылка, да вот перед вами прямо сейчас Мел Хам, самый крутой человек в мире, конечно же, после меня, вот, певец вообще нереально крутой, я вам говорю, он на Киберкете недавно озвучивал перевод песни, но не суть, потом зайдете, а сейчас смотрите, рисовать пальцем по экрану, вот я уважаю безмерно художников, которые, несмотря на то, что у них нет средств, кроме карандаша и листа бумаги, рисовать, вот у них нет планшета графического, но они очень хотят в диджитал, и они начинают рисовать на телефоне пальцем, или, не дай бог, мышкой просто в сай, это, ну, это ж сколько, это же нереальное количество времени и скилла. Ну, типа, я не могу себе представить, как можно рисовать пальцем на телефоне. Или на планшете, или на чем-то таком. Вот, ну, типа, блин, вот хоть убейте. Тьфу-тьфу-тьфу, конечно, не надо меня убивать, пожалуйста. Ну, типа, как по мне, это нереально сложно. В 50-й раз нарисую этот рот, хай уже будет. Хоть каким-то, хоть какой-нибудь... В чем еще прикол? Можно нарисовать под ртом вот такую небольшую выемку, типа это будет, ну, как губа. Кстати, насчет губы, я тут недавно посмотрела крутой штук, и сейчас я вам расскажу. Короче, если вы хотите нарисовать губы, такой лайфхак вообще, о, круто, круто. Вакуум, я анимацию рисовала, да реально капец круто, вакуум CTL-408, слушай, я не знаю, что это за модель, дай секунду, я посмотрю, картинки, сейчас, подожди секунду, слушай, это, по-моему, самый ходовой, самый распространенный вид вакуума, то есть он пойдет, хорошо, много кто начинает именно с него, насколько я знаю, по-моему, даже у Фарадея такой. Традишка или диджитал? Я выберу традишку. У традишки тоже очень много своих плюсов. То есть вы можете взять абсолютно любые... Вот особенно если вы рисуете вот этими маркерами, которые круто смешиваются. Вот это, конечно, традишка вообще нереально крутая. Я бы сама так рисовала.
Крутой планшет, бери. Если можешь взять такой, то бери, конечно же. Я на чем остановилась? Так вот, губы. Короче, увидела нереально крутой лайфхак. Сейчас покажу. Если вы хотите нарисовать губы, то... Знаете что, я вам потом расскажу этот лайфхак. Что у меня губы сегодня не идут. А ну-ка. А если так? Я шоколада поела. Ладно, в другой раз. Я извиняюсь, конечно, дико, но что-то губы у меня в другой раз. Ну, чисто бывает, да, как бы я тоже человек. Вот так вот бывает. Угу. Кстати, забыла убрать оси. Охи. Оси-си-си-си. Оси-оси-оси. Ёма. Самое время задать неудобный вопрос. Как там анимация мими поживает? Я уже про роспись молчу. А, значит, роспись — это мем. А анимация, я объясню. Я анимацию почти закончила. Прикол был в том, что у меня на ноутбуке полетел HDMI разъем. И поэтому я не могла доделать никак вот... вот ну, типа, у меня не мог подключиться планшет. Я сейчас объясню, как работает мой планшет. Вот условно. Сейчас немножко отойдем от темы туториала рисования, потому что я тоже устала чуть-чуть. Короче, условно. Вот есть мой ноутбук крутой, нереально. Смотрите, как я рисую, просто вообще загляденье. Вот мой нереально крутой ноутбук. И вот здесь вот стоит вот мой нереально крутой планшет, да? За 1 000 000 рублей, гривен. У меня экранник. Соответственно, для того, чтобы переводилась картинка, у меня куча проводов просто. Там в чем прикол? Этот планшет можно подключить через Type-C. Это типа нереально крутой провод, который есть теперь вот на новых моделях телефонов. Но у меня на ноутбуке такого разъема нет. Поэтому мне нужно что делать? Мне нужно подключать через HDMI кабель. И вот здесь есть переноска. Вот сюда вот идет, короче, ну, в общем, неважно, я сделаю все проще. HDMI кабель. И кабель, который переносит, короче, который считывает информацию с ручки. Соответственно, для того, чтобы рисовать, мне нужно, чтобы работало два разъема, два кабеля. Первый — это тот, который будет считывать информацию, и вот когда я буду рисовать, я буду видеть, у меня вообще будет двигаться ручка, да? И второй — это HDMI кабель, который отвечает за изображение, чтобы переносилось изображение с монитора вот мне сюда на графический планшет. У меня полетел внутренний разъем, который отвечал за изображение. Я не могла видеть, что я рисую на планшете. Я попыталась рисовать как на обычном планшете, просто смотреть в экран. Но вы понимаете, для того, чтобы привыкнуть к этому, нужно, ну, реально... типа, несколько дней посидеть, а то и неделю, чтобы привыкнуть к этому. Это во-первых. А во-вторых, я что, деньги платила за экранник, чтобы экраном не пользоваться? Вы издеваетесь? Поэтому, ясное дело, мне пришлось все это дело реально быстро очень ремонтировать. Вот такое вот... Вот почему у меня меме еще не закончено, потому что я не могла рисовать. Итак, продолжаем. Мы продолжим на том моменте, на котором, вот я вот такая вот человек, вот нереально крутой, и не хочу закрывать вот это наше ухо, нереально красивое, за волосами, тем не менее, не менее красивыми. Я вам покажу, как нарисовать ухо. В общем, если вы хотите нарисовать обыкновенное, человеческое, среднестатистическое ухо, то вот что вам нужно сделать. Оно может быть круглым, как я сейчас показала, а может быть немножко не круглое. Сейчас покажу, что я имею в виду. Вам нужно, чтобы планшет работал, это очень важно. Вам нужно ввести линию сначала вверх. Видите вот этот вот скос, вот такой вот. Здесь мы делаем, мы его как бы обрезаем. Мы делаем все более угловатым, да. Ведем вниз. Чуть, наверное, вот таким вот образом. Божечки, что ж такое все большое? Вот таким вот образом ведем вниз, примерно на эту линию, можно даже чуть ниже, вот чтобы мы доходили до этой линии, чуть ниже этой линии. Что, ЭВ-конфликт? Так, не поняла, что происходит в чате? Там что, конфликты какие-то? Так, family-friendly stream без пропаганды ЛГБТ тут. Пропаганды нет вообще. Ой, я смогу еще получить, да, бла-бла-бла, это семейный контент. Что ж вы так... Я такая человек, цитат. Привет, drawing people.
Олег Беляш. Лал, красиво, жаль, что я не рисую, я дальтоник чутка, ну, а еще криворучка. Кстати говоря, дальтонизм не приговор, если ты будешь рисовать и можешь это использовать в качестве своей рекламной программы, такой типа, ребята, вот как видит свет дальтоник, показываю вам вот все максимально в красках, то есть это вы можете еще использовать, если вы будете художником, товарищ. И для того, чтобы научиться рисовать, вы ошибаетесь, если вы криворучка. Так вот, значит, ухо, заболталась я, отвлеклась. Вот видите, что я сделала? Я провела вот сюда вот линию, потом спустилась вниз, и дальше провожу ее вот таким вот незамысловатым образом, по форме. Затем, что я делаю дальше? Я веду линию слегка под углом, примерно до сюда. Заворачиваю. И останавливаюсь, на этом достаточно. Далее, вот от этого момента делаем небольшой треугольник. Вот здесь вот у нас должна быть мочка, поэтому мы отступаем. И ведем вот так вот ухо. Вот и получилось среднестатистическое ухо. Но я такое ухо. К доктор Кей. Я буду говорить о Кей постоянно. Привет. Привет, доктор Кей. Добро пожаловать. Очень рада, что ты тут появился. Раньше тебя не видела. Присаживайся, бери ручку, листочек и начинай рисовать вместе с нами. Продолжаю о том, что... Сейчас я вам покажу, как рисовать эльфийское ухо. Кстати, очень люблю эльфов, обожаю прям. Для этого нам нужно провести чуть-чуть дальше ухо, чем оно у нас должно быть. Ухо. Чем оно должно быть. На самом деле, и ведем его вот так вот вниз. Получается у нас вот такое вот удлиненное ушко. Затем я веду линию и свожу ее, ну вот примерно вот сюда. И затем делаю вот так. Я не уверена, как это все объяснять, но я надеюсь, что вы поняли примерно, что я имею в виду. И у нас, товарищи, получается вот такая вот уха красивая, эльфийская. Если вам не нравится угол, под которым наклона вы это все сделали, вы берете, выделяете, нажимаете Ctrl-T, нашу невероятно крутую комбинацию горячих клавиш. И, Нарин, никогда, слышь, никогда не мой руки хозмылом из шоу, из варуса. У меня руки воняют прям откровенным, понятным. Как рисовать? Рисуем пару кружков, да, рисуем все остальное. Олег, ну ты... Отчасти ты прав, так оно и есть, но как бы да. Как бы да. Так вот, вот у нас получилось эльфийское ухо. Нереально, да? Вот это да. Unbelievable. И рисуем обычное человеческое, но немножко не такое обычное, как обычно. Я рисую его более укругленным. Значит, мы ранее нарисовали вот такой вот овальчик, мы его обводим, но не полностью. Опять же, отступаем буквально чуть-чуть, рисуем по форме, вот так вот закругляем, да? Сейчас будет... А если Нека нарисовать, то нужно ухо рисовать или нет, если там будут ушки какого-нибудь зверька? Хороший вопрос, сейчас покажу. Если вы собираетесь рисовать уши зверька, дело в том, что в аниме-сообществе уже давным-давно идут споры, каким образом должна выглядеть кошка-девочка. Все мы понимаем то, что должны быть у кошка-девочки ушки, потому что, ну, это кошка-девушка, как бы, как кошка-девочка без ушек, да? Но вот еще в чем прикол, если мы расположим уши вот здесь вот, то получается вот это пространство у нас закрыто какими-нибудь волосами, а если здесь таёшкин-кошкин? А есть ли здесь ухо? Есть, короче, два способа, как нарисовать ушки для кошка-девушки. Сейчас, если мой планшет отлагает, я вам все покажу. Сейчас будет... Мел, это то же самое, о чем я думаю. О, нет. Не, да не. Не. Я не понимаю, о чем вы, но это не важно. В любом случае, что... Я забыла, о чем я хотела рисовать. Так вот, кошка девочки. Есть два способа. Способ номер один, который я показала чуть ранее. То есть вы просто берете, рисуете вот здесь вот треугольник, да? Вот таким вот образом. И уже его стилизуете как хотите. То есть вот, получается, ухо у нас выглядит примерно вот так вот. Да? Вот, и тут можно его стилизовать. Тут добавить шерсти, вот этого всего и так далее и тому подобное. Вот,
Есть способ номер два. Способ номер два заключается в том, что мы будем затрагивать область, где у нас, по идее, должно быть ухо человеческое. В общем, что мы делаем? Мы делаем вот отсюда, ведем вот ушко наше, красивое. И опять его заостряем вот таким треугольником и ведем вот сюда. И получается у нас вот такая вот штука. То есть никто не знает, как нужно рисовать правильно, все рисуют по своему вкусу, насколько я видела. Но вот можно еще нарисовать вот что-то в этом духе, да, как вариант, чисто показываю. И вот здесь вот ушко. Не забываем, что ухо, которое находится ближе к нам, должно быть больше. Соответственно, то, что у нас будет находиться на заднем фоне, оно должно быть меньше. Видите, вот тут даже скос идет по размерности. Вот, оно должно быть немножко меньше. Вот, это кошачьи ушки. Я, поскольку товарищ, любящий эльфов, оставлю эльфиное ухо. Спасибо большое, Олежа. Олег Беляш, кто ты такой? Я тебя нигде раньше не видела. Капец, Беляш. Беляши вкусные, никогда не ела. Или ела, не помню. Арслан Мистер Фарадеус, как у вас дела? Ясно, понятно, тупо прочитала не себе сообщение. Но неважно. Так вот, я о чем? Мы нарисовали эльфийское ухо. Реально крутое. Теперь время приключений и показать вам, как рисовать прическу. Тут два варианта. Мы можем рисовать с челкой или без челки. Кстати, я чуть-чуть глаз подправлю, потому что мне хочется поправить немножко глаз. Мне кажется, он все-таки немножко кривомастый, поэтому сделаю вот так вот и немножко его приплюсну. Нет. Короче, я любитель второй глаз подергать постоянно. Поэтому извиняюсь. Секундочку, буквально чуть-чуть. Дайте мне, пожалуйста, наслаждение. Дайте мне наслаждение. Дайте мне... Предоставьте мне удовольствие. Да. Так вот. Я не поняла, что за вопросы не по теме, что за такое вообще? Дискорд, инфаркт, может вспомнишь, но не вспомнишь, не страшно. Да, я знаю тебя. В любом случае, я о чем? Я о том, что нужно рисовать волосы. В общем, все туториалы показывают, рассказывают, что для того, чтобы нарисовать волосы, для начала нужно выбрать точку, с которой мы будем рисовать, собственно, волосы. Вот условно, да, с челки. У нас волосы будут идти вот так вот, вот так вот, вот так вот. И затем по другим сторонам, да, вот как направление роста волос я показываю. Что делаю я? Если вы рисуете без челки, условно, вы просто игнорируете вот эту область, которая находится здесь, да, лобная часть, и идете уже просто вниз вот такими вот образами вниз. Затем у вас несколько вариантов развития событий. Либо вы рисуете длинные волосы, либо вы рисуете кучерявые волосы. Если вы рисуете кучерявые волосы, легче всего это сделать, если вы будете рисовать буквой S. То есть вот вы рисуете буквой S, а затем вот делаете локоны страсти чисто. Сейчас покажу более наглядно, как это выглядит. Рисуете букву S. Да, ну вот, буква S. Затем видите вторую линию, здесь чуть больше. Здесь уменьшаете линию, здесь чуть больше, здесь уменьшаете линию. И затем сводите на нет вот таким вот образом. Да? Вот, это самый простой способ нарисовать волосы вообще в мире. Вот таким вот образом. Либо они там могут переплетаться, это уже на ваше усмотрение, да? Вот, то есть, наконец-то я узнала, как рисовать волнистый волос. Пожалуйста, всем пожалуйста. А это типичная ситуация, что когда не получается второй глаз, художник закрывает его волосами или чем-то еще. Это абсолютная правда, я тебе так скажу. В общем, есть такая фишка, если не получается рисовать глаз, то закрывается вот так вот чисто челкой. Если... Я сама так делала.
если не получается рисовать ноги, то вы их прячете в траве. Если не получается рисовать руки, то вы их прячете в карманы. Я так делала. Все художники начинающие так делали и будут так делать. Это абсолютно. Блин, какая здесь замечательная, знаменательная личность. Меня знают аж Захар Фар Инфаркт Рыб. Я тебя не знаю. Кто это такой? Фредо, объясни мне, кто такой мистер Кей? Это какой-то человек нереально крутой, извини, пожалуйста. Мне прям стыдно стало, почему я не знаю этих людей? Почему все их знают, а я не знаю? Можно скопировать и вставить глаз. В теории да, но, как я говорила ранее, в три четверти лучше этого не делать. Но вообще в теории можно. Прошлый админ с прошлого сервера Yellowfire. Поняла. Хорошо. Узнала. А что делать, если не получается нарисовать всего чебурек? Что? Я не знаю. Чё вообще? Я был администратором. Сторон администратора Yellowfire. Ну и все, я поняла. Так вот, насчет волнистых волос вы, я надеюсь, поняли. Насчет коротких волос и прямых волос. С прямыми волосами тут все максимально просто. Вы просто берете и рисуете линию, потом ее где-нибудь заканчиваете, либо закругляете, либо делаете вот таким вот образом, как бы ее обрезаете на несколько частей и делаете вот такие вот чисто локоны страсти. Если короткие волосы, то тут все еще проще. Вы просто берете и вот так вот их заканчиваете на моменте, на котором вам необходимо. Сейчас я еще вам объясню одну небольшую фишку. Дело в том, что волосы нужно рисовать не по линии, которая заранее намечена на лбу, да, или, ну вот эта линия, а чуть выше. Если вы потрогаете свои волосы, то вы заметите, что они находятся чуть выше, чем ваш череп. Они не впиваются в ваш череп. Соответственно, мы вот эту точку, с которой мы рисуем, мы ставим ее чуть выше, чем наш череп. Вот, и начинаем рисовать. Я, пожалуй, сделаю с челкой, поэтому я выбираю точку, с которой я начинаю рисовать, вот он, пожалуйста, да, и рисую челочку, потому что все мы любим челки, да. И по ходу, чисто на ходу, придумываю дизайн этой челки. Если у вас нет конкретного дизайна персонажа, то вы можете просто на ходу. Еще один лайфхуцк небольшой. Короче, чтобы нарисовать пряди, вы можете использовать технику каплей, как я его называю. То есть, если вы видели когда-нибудь, как делаются анимешные 3D-фигуры, я имею в виду, там, не знаю, блин, анимешные 3D-фигуры, то вы заметили, наверное, то, что чаще всего там рисуют волосы вот такими вот локонами. То есть вы можете расположить сначала эти локоны вот таким вот образом, да, а затем их каким-то другим образом модернизировать и сделать их красиво по своему усмотрению. Так, заново рисую челку. Да. Секундочку, мне нужно сообразить кое-что. Так вот, да, рисуем челку, я ее буду рисовать, опять же, не прямую, потому что мне почему-то не очень нравятся прямые челки, я вам честно скажу, вот так вот откровенно, от сердца. Модеры с такими локонами очень сложно сделать. Не совсем понимаю, о чем ты, Криполап. Ну, допустим. Так вот, да. Значит, я хочу нарисовать вот здесь вот локон страсти. Вот такой вот чисто. Я намечу сейчас его совсем немножко, а затем буду более дизайнерски чисто его менять под то, что мне нужно. Вот здесь вот делаю локон большой, крупный, в особо крупном размере. Или нет. Или чуть поменьше его делаю. Вот таким вот образом. Я обычно оставляю вот эту часть лба открытую, потому что мне нравится то, что... Модели с такими локонами очень сложно сделать.
Все, поняла. Ну, я просто видела много таких моделей. Я вот здесь, повторюсь, оставляю вот здесь вот открытую лобную часть, потому что, как по мне, это выглядит красиво. Остался 1 час до твоего дня рождения. Это у вас остался час, а у меня всего лишь 8 часов. Поэтому нормально. Так вот, затем я рисую вот здесь вот локон, да, какой-нибудь крутой. И очень часто делают локоны там, где находится ухо. Блин, знаете, что мне не нравится? Мне очень не нравится улыбка персонажа. Я сейчас, походу, буду немножко все менять. Я сейчас начну загоняться, и чтобы это было прям красиво, мне нравилось, и, видимо, буду это все дело менять. А ну-ка, сейчас я уберу. Знаете, что мне не нравится? Мне не нравится то, что ушла тут эта часть. Ладно, сейчас нарисуем волосы, может быть, станет лучше, знаете, как оно обычно бывает. На каком слое у меня волосы? На этом. Так вот, продолжаю. Но так немножко убираю. В общем, я хочу, чтобы вот здесь вот выбивался небольшая прядь волос. И она заходила за ухо, потому что ухо довольно большое. Вот отсюда веду S-образный. Видите, как бы распрямленная буква S. Веду локон кучерявый, кудрявый чисто. Кучерявый локон, блин. Вот таким вот образом. Вот таким вот мега простым образом. Затем я потом добавлю немножко больше детализации. Вот здесь вот веду S-образный локон. Это я, чтобы вам показать вот разные типы локонов, да. Я еще какую штуку делаю? Это чисто моя фишка, наверное. Я вот здесь вот могу чуть закруглить и сделать вот такую вот форму окончания волоса. Вот такой вот, да. Что-то слишком большой локон. Страсти. Сейчас я его сделаю поменьше. Прядь, вернее, волос. Так вот поменьше сделаю. Даже вот так вот. Окей? И немножко его вот так вот сделаю. Так, затем. Так, что там? Екатерина Доронина, можно выйти? На перемене надо было выходить. Ладно, иди с Богом. Так. Капс, у меня уже ее ДР, лол. У меня есть подарочек для тебя. Спасибо большое, Лик. Я из Африки приехала, чтобы пить за камский. Я не понимаю мемов. Да, давай, пока, беги, уходи. Эва, вообще, добрая душа. Пока, Фарадейчик, возвращайся еще. Так вот, далее мы будем рисовать распущенные волосы или волосы в хвостиках. Вопрос интересный, но я думаю, что пока что распущенные. Значит, вот так вот мы идем поверх наших волос. Тьфу, поверх волос. Что, да ёшкин-кошкин? Что такое? Лагает программа. О, все. Короче, объясняю, у меня иногда слетает немножко программка, поэтому я извиняюсь дико, нереально. Но сейчас сделаем небольшую паузу, и я перезагружу программу, потому что она у меня что-то мракобесит слегка. Представляете? Ее надо перезагрузить. Прошу прощения. Снять задачу. И опять я ее включаю. Капец, никому не рекомендую рисовать в этой программе. Вообще, ни в коем случае. Рисуйте в хороших программах. А не то, что я привыкла и не могу... О, все, возвращаемся обратно. Сколько вообще нас смотрит? 13 человек, вот это да! Уже 12, да блин! Что, в смысле? Ай! Уху больно! У меня что-то, откуда-то звук пошел. Я не совсем поняла откуда, но уху стало больно. Рисуйте в Пайнте. Да, 100%. Рисую на руке. Кстати, я тоже на руках рисовала раньше, капец, и на ногах рисовала, капец. Так вот, да, мы продолжаем, мы не останавливаемся, мы продолжаем. Я немножко уберу пока что ухо, для того, чтобы оно мне не мешало. Вот так вот я уберу его и убираю. Вот таким вот незамысловатым образом. И продолжаю.
Надо взять карандаш. Карандаш. Это инструмент такой у меня. Карандаш называется. Да ёшкин кошкин, работай! Все, работай. В общем, вот так вот я рисую. Смотрите, еще какая фишка. Если вы смотрели аниме, то вы, наверное, заметили, что у персонажей с длинными волосами почему-то, я не знаю почему, но мне это тоже нравится, волосы идут не тупо прямо, да, или тупо уходят. Они в области шеи сужаются вот так вот, и потом идут дальше. Вот такая, как бы повторяю форму головы. Поэтому мы сделаем сейчас практически то же самое. Мы сделаем слегка сузим вот здесь вот. И вот здесь вот распустим волосы. И получится у нас вот такая вот штука. Я чисто, трубочисто намечаю, в принципе, локоны от балды вообще. Просто вот как бы, чтобы они мне типа нравились. Вот здесь, если честно, я их немножко сделаю короче. Мне не особо нравятся слишком длинные волосы. Но я имею в виду спереди. Потом, знаете что, я сделаю их здесь прямыми. Чтобы показать и прямые волосы, и непрямые волосы. В общем, чтобы нарисовать прямые волосы, нам нужно провести линию примерную, да? Вот так вот. И я вот здесь вот ее закругляю. Все. Типа, это все, что вам нужно сделать для того, чтобы нарисовать прямые волосы. Но еще, конечно же, если у вас на другом слое находится заготовочка, то сотрите ее для того, чтобы лучше просматривался силуэт весь, да? Да. И вот здесь вот сделаю то же самое, такие полузакругленные волосы. Вот таким вот образом. Теперь смотрите, что я делаю дальше. Дальше мне нужно... Я вот так вот сделаю, да? Чтобы было не совсем без... всего. Дальше что я сделаю? Дальше я поставлю обратно наше ухо. Сейчас бы его еще найти, на самом деле. Где оно тут было? Вот оно. И тоже его слегка подрежу. Вообще я хочу сделать его, наверное, чуть меньше. Вот так вот. Или нет? Сейчас я его сделаю чуть выше даже. О! 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 Смотрите как! Отлично! Я бы даже сказала. Отличное ухо. Отличное, превосходное ухо. Так вот, еще, вот еще. Так, что пишут. Я на геометрии на уроке рисую все фигуры. Там мне, там же мне оценки ставят. Прикольно. Есть здесь люди, которые не смотрели аниме? Очевидно, видимо, нет? 17 лайк. Минус уши, Олег. Реально. Так вот, что мы можем сделать еще? Мы можем еще добавить вот здесь вот локон. Я видела то, что в некоторых аниме добавляют локон. А поскольку мы ориентируемся, и стрим называется «Рисуем аниме чисто туториал», поэтому мы здесь можем, в принципе, добавить тоже вот такой вот локон. Красивый или не очень. Или даже в другую сторону. Сейчас мы его сделаем в другую сторону, мне кажется, да? Будет выглядеть миленько, по идее. Ну что, выглядит миленько или не очень? Знаете что? Ну, в общем, я вам показала, что можно его рисовать. В некоторых оттенках он есть. Но я лучше добавлю аксессуары на волосы. Аксессуары на волосы — это вообще топ-топыч. Но для начала, знаете, что я сделаю? Я сделаю вот такую штуку. В общем, там, где у нас глаза. Помните, я показывала то, что можно сделать, как бы закрасить глаза на скетче? Дело в том, что у меня карандаш работает посредством, чем сильнее я давлю, тем сильнее идет свет. Мне кажется, стриму больше подойдет название «Как мне скопировать пошаговая инструкция». Ну, блин, на самом деле, типа... Дело в том, что... Я сейчас объясню, Криполаб. Дело в том, что если ты думаешь, что все стили, они абсолютно уникальны, то ты очень сильно ошибаешься. Все всегда художник, один художник копирует какие-то элементы другого художника и так далее и тому подобное. Все придумано до нас, за нас и так далее. Поэтому как бы ты сильно не хотел, тебя все равно рано или поздно начнут копировать. Или какие-то отдельные твои элементы рисунка и так далее. Поэтому я за это, если честно, не переживаю. Если кто-то прям в наглую будет копировать, ну, блин, тогда и будем разбираться. Вот, значит, рисуем глаз один,
Рисуем глаз. Второй. В любом случае, кстати, я не знаю, чего это казалось. Да я не злая, это я просто... Это я, ну, я просто правду говорю. К тому же, чтобы... Ну, прям скопировать стиль, для этого нужна практика. А зачем человеку, который умеет рисовать, скопировать чей-то стиль подчистую? У меня возникают вопросы. Особенно, если человек не особо популярен. Ну, в плане я. Так вот, насчет глаз. Я их заполняю цветом, вот таким вот чисто красивым, да? И немножко поправляю. Потому что что? Потому что я перфекционист в рисунке, капец какой. И рисую вот здесь вот зрачок. Небольшой, но очень важный момент. Зрачок не должен идти куда-то, непонятно куда. То есть зрачок, он показывает направление взгляда еще сильнее, чем просто сам, ну, сам глаз, да? Соответственно, он должен быть, ну, хотя бы примерно на одном и том же расстоянии. Блин, что я уже запутала. Короче, рисуйте зрачок посередине. Посередине вашего глаза, хорошо? Это будет самый верный шаг, вот, к тому, как нарисовать зрачок. Сейчас я немножко уберу и нарисую его заново, потому что он не очень хорошо получился. Сейчас почитаю чат, что там говорю. Боже. Она 100% так же не понимает сарказм, как яхды. Вроде зрачок надо чуть увеличить. Да-да-да, я сейчас побольше его сделаю. Как говорится, плагиатом не были только первые творения его рук, его. Дальше даже он начал... Так, ладно. Да, я согласна полностью с Ромой. Абсолютно. Да, так вот, да, вот зрачок. Сейчас сделаю его чуть больше и чуть выше. Ну, вот типа того. Теперь берем белый цвет, вернее, вот такой вот. Можно... А ёкарный бабай, что такое? Ты будешь работать сегодня или нет? Можно сделать вот так вот тенюшку чисто обозначить сверху, да? Полупрозрачненько. Оп. Вот так. Нет. Вот так. О-о-о. Белый цвет берем. И рисуем вот так вот. И получится у нас красивые блики. Можно разместить вот здесь вот. Все, смотрите, сразу глаза у нас выразительные, нереально чисто получились, да? А я вам о чем? Ё-моё, где я рисовала? Ё-моё, где? Кто-нибудь помнит, где я рисовала рот? Вот здесь рисовала рот. И знаете что? Я хочу немножко сделать меньше челюсть. Сейчас объясню почему. Потому что я хочу, чтобы она выглядела более милой. То есть я не говорю, что я неправильно рисовала, просто лично мне... Хочется сделать ей челюсть чуть меньше, для того, чтобы сделать ее более миловидной. Вот так вот я делаю, да? То есть, опять же, не спешите делать скетч. Ну, я не знаю, может, я делаю скетч слишком подробным, но лично мне кажется, что это гораздо лучше, потому что на этапе скетча вы можете исправить абсолютно все, что угодно. 300 раз поправить глаз в ту сторону, в которую вы хотите. Сделать чуть меньше подбородок и так далее. Лучше сделать то, как вам будет нравиться сейчас, когда вы рисуете скетч, чем когда... Вы понимаете, что вы делаете покрас, и что-то изменить уже крайне сложно. Ты будешь рисовать полноценный арт? Я боюсь, что на полноценный арт с такими подробностями уйдет миллион часов. Уже почти 2 часа прошло. Поэтому, не знаю, посмотрим, что мы будем дальше с этим делать. Так вот, на бумаге рисуешь. Ну, блин, в таком случае, да, советую рисовать как можно лучше, с первой попытки и почти не использовать ластик, вот. Это я просто говорю, что касаемо digital арта, да? То есть вот, смотрите, блин, мы нарисовали глаза, немножко их обрисовали, ну буквально тут 3 ляпа сделано, 4 ляпа, да? То есть основной цвет зрачок, тенюшечка и блик. И сразу преобразился рисунок, капец как, ну, скажите, согласны, узнали? Нам нужно теперь нарисовать шею. Ребята, короче, я очень долго не знала, как рисовать шею, и я вам сейчас расскажу, опять же, мега лайфхак. Дело в том, что все гениальное просто, и я сейчас уберу волосы для того, чтобы более наглядно показать, где мои волосы вообще, для того, чтобы более наглядно показать, как мы рисуем шею. Видите вот эту вот линию?
Визуально проведите ее чуть дальше, и это будет задняя часть вашей шеи. Все. Затем мы берем и, ну, в зависимости от того, хотим мы тонкую шею или толстую, мы можем провести от подбородка вниз и вот так вот скруглить, да? Все. Это очень просто и очень правильно. То есть вы просто от вот этой вот линии проводите вниз, получается задняя часть. И переднюю вы ставите, ну, практически куда хотите, в зависимости от того, насколько толстую шею вам вообще нужно сделать. Волосы ставим, не те волосы и не те. Господи, сколько слоев. Ставим волосы обратно, все. И убираем шею там, где она нам не нужна. Все. Просто ха-ха, червячок. Ну, нормально. Мой скетч, палка-палка, кружочек, мне фигня, пойду. Это поначалу так. У меня же тоже, видите, поначалу плохо. Выглядит как голова пони-эльфа. Блин, да боже, давайте, я не знаю. Короче, вот. То есть, все. Все, вот, все. Продолжаем насчет волос париться. Дело в том, что я хочу... Знаете что? Я вместе с шеей сделаю немножко плечи для того, чтобы у нас волосы не просто падали в пропасть какую-то нереально непроглядную, а дальше. Тут, извините, я особо разъяснений, наверное, делать не буду, хотя... Короче, блин, я не знаю, я не уверена пока что, как это объяснять, поэтому сделаю это чуть позже, более подробный разбор по поводу тела. Но вот какая штука. Когда вы рисуете плечи, вот примерно вот отсюда, да, вот выберите точку, вот примерно вот отсюда, мы будем вести плечо. И вы не ведете просто тупую прямую палку и затем вниз. Вы делаете вот что. Нужно, ну, вообще, надо бы на самом деле сделать небольшой подскетч, я так его называю, чтобы понять вообще в какую сторону. Во-первых, вы делаете в ту сторону, я лично делаю в ту же сторону, куда и смотрит наш персонаж, вот такую вот полосочку, да. Вот тут вот у нас примерно будет грудь. Почему именно тут, объясню чуть позже. И представьте, как будто вот эта вот коробка, да? Вот, ну, нарисуйте ее как коробку. Вот так вот, вот так вот. В школе и на геометрии были, знаем, как коробка выглядит. Вот примерно то же самое. Вот рисуем вот такую коробку. Вот это наше тело, да? Пол — это лава, тело — это коробка. Я сделаю чуть меньше, потому что я хочу... А сейчас объясняю, что вообще происходит и как дальше быть с этим всем вот, нереально красивым телом. Дальше мы берем, рисуем вот такую вот линию вниз и линию чуть-чуть вверх. Там, где плечо у нас, оно выглядит как круг такой небольшой, если вы рисовали человек-коробка, это робот. Да реально робот. Вот такой вот круг, для того, чтобы пометить, где у нас пометить, чисто кошка. Где у нас будет рука. И затем ведем руку. Вот такую, как сосиску-колбаску пока что. Да? Вот такая вот сосиска-колбаска у нас есть. Где этот слой? Затем вот здесь у нас тоже будет сосиска-колбаска. И вот здесь вот у нас будет грудь. Типа... Сейчас объясню немножко за грудь. В общем, грудь, ребята, только искусственная грудь рисуется как два арбуза, вот таких вот. Никогда вы не встретите женщину, скорее всего, может быть, я ошибаюсь, но лично мне кажется, что никогда вы не встретите женщину, у которой идеально круглые сисяо. То есть, ну, сисяо, вы меня извините, но они тоже поддаются гравитации. Соответственно, грудь будет выглядеть, вот она идет как бы немножко каплевидной формы. То есть, ну, если вы посмотрите на голую женщину когда-нибудь в своей жизни, вы, конечно, не скажете, что там идеально каплевидная форма. Но я вообще вам говорю, что, ну, вот здесь вот, допустим, мышцы есть, да, и вот так вот оно будет выглядеть. Соответственно, когда вы рисуете грудь персонажу, не нужно рисовать вот такие вот чисто сисяндупулы. То есть это не то. Вы рисуете вот как капельку. Вот вы рисуете капли, да? Вот такие вот. Раз, вниз пошла. Раз, вверх. Опять же, чем ближе предмет к нам, тем он больше. Соответственно, вот так вот мы рисуем, и получается у нас красивая
Красивые груди. Я немножко расположу поближе руку, чтобы она как бы сжимала наши бупсы. Пойду лучше робота нарисую. Чтобы она не сжимала наши бупсы. Вот таким вот макаром. Вот таким вот образом. И вот так вот у нас вот здесь вот будет немножко чисто ребрышки. Вот так вот. Я сделаю более прозрачно. О, божечки, я нарисовала все на слое с ушами. Вот, ну, вот человек называется. Сейчас я ухи переложу на другой слой. Ctrl-C, Ctrl-V, вот тут Ctrl-X. И получается у нас ухо на другом слое. Вот такая вот магия. И делаю немножко более прозрачным. Убираю вот этот слой, он нам не нужен. Вот он у нас остался, слой, который нам нужен, соответственно. И я даже вот отсюда буду вести плечо. Чуть повыше. Вот так вот. Вот так вот. Все. В общем, да. Family friendly ушел. Да что? Это что тут не так? Типа, ну алло. Это такая же часть тела, как рука или нога. Ничего такого прям тут нет. Господи, посмотрите на них. Молодые изумеры. Че вы? Стесняетесь? Че стесняться? Это ж линии просто. Здесь стрим еще будет длиться 40 минут. Не знаю, ну, наверное, ну, возможно, не обещаю. Так вот, да, значит, что мы делаем? Мы дорисовываем наши локоны страсти, потому что мы их еще не дорисовали, мы сделали только скетч, ребята, только начало. Ну, ладно, не начало. Вот здесь вот условно я хочу сделать еще один локон, чтобы он так вот торчал красиво. Или нет? Нет, не хочу. Сейчас дайте подумать. Вот так вот. Нет, не хочу, Пикачу. Вот так вот, все. Значит, смотрите, что мы делаем дальше. Дальше нам нужно наметить чуть сильнее вот эти все локоны, так, чтобы они лучше просматривались. И еще, лайфхак мега реально крутой. Реально сарказм, чтоб не понимать, реально старпер. Я бумер просто, ну как бы. Жду, когда можно будет начать писать строки из треков. Я не понимаю, что это такое, Пурп, я не понимаю. Интересно, с какого момента это можно считать как NSFV? NSFV это можно считать с того момента, когда это будет прям очень откровенно. А сейчас, ну что, пометили, нормально все. Так вот, мега лайфхак для тех, кто хочет красиво рисовать лайн и в принципе, да, для того, чтобы к нему подготовиться. Сейчас я вам все объясню максимально подробно. В общем, когда вы рисуете линию, очень скучно смотреть, если линии не хочу Пикачу. Да. С момента появления точечек на сфере, реально. Так вот, когда вы рисуете лайн, очень грустно и скучно выглядит, когда лайн просто состоит из вот таких вот линий, да? Поэтому на конце линий делайте вот такие вот, делайте ее чуть-чуть шире. Закончилась музыка, кстати говоря. Надо ее начать заново. Второй раз уже заново начинаю. Капец, это значит, что мы уже почти час, два часа сидим. Представляете? Сейчас, секунду, так, с самого начала. Кошмар! Так вот, когда мы рисуем, видите, я вот так вот веду линию, потом ее вот здесь вот, сделаю ее чуть сильнее, вот отсюда опять сильнее веду, на конце сужаю. Мне позвонили, неожиданно. И ко мне еще и зашли, тоже неожиданно. Меня шантажируют телефоном, короче. У меня телефон в ремонте был. Сейчас мне его папа принес, показывает, типа, не отдал, не отдал. Вам дай телефон.
Все, ну иди сюда. Иди сюда. Там камеры нет, не боись. Все, давай телефон. Спасибо. Хорошо. Я еще выйду с тобой, поговорю. Ё-моё, сколько у меня пропущенных сообщений. Жесть. Нет, истекующий наклеил. О, спасибо. Капец, короче, отдавала свой телефон в ремонт, и поставила специальное приложение для того, чтобы нельзя было заходить в мои приложения и смотреть, что у меня там за переписки и так далее. Угадайте, что? Хотели ввести несколько раз, видимо, пароль, чтобы посмотреть, что у меня в Телеграме. Кому вообще нужен мой Телеграм? Алло. Вот гады. Кошмар. Я еще думаю, зачем им это все надо? Короче, да. Заканчиваю. Ну, не заканчиваю. Папа вам взять не... Да, так вот, да. Значит, смотрите еще какая фишка. Дело в том, что когда вы рисуете волосы, очень красиво выглядит, когда вы добавляете нереальные крутые локоны. То есть небольшие, которые будут выпадать из общей картины, из общей массы огромных локонов. То есть, ну, небольшие волоски, скажем так. Вот. Поэтому не бойтесь, экспериментируйте. Вот волосы самая прикольная штука, над которой можно экспериментировать. Типа добавляйте небольшие волосинки, делайте выкрутасы с локонами крутые. Вот, ну, то есть, ну, реально расслабляет, когда вы рисуете волосы. Это ухо. Ухо я немножко вот здесь вот сотру, потому что у меня вот здесь идет нереально крутой локон страсти, вроде как. Или локон страсти, я сейчас сотру. Наверное, локон страсти все-таки. В общем, я стираю вот здесь вот локон. Да ёшкины кошкин, где у меня вообще волосы? Это что? Где я рисовала этот? Где это? Что это? Когда я это успела нарисовать вообще? Где? Это на каком слое ты находишь? Вот здесь. Что ты здесь делаешь вообще? Товарищ, уходи. Ты должен быть здесь. Так вот, да. Еще и планшет решил помракобесить. Что ж такое? В общем, я вытираю вот здесь вот эту штуку, да. И вот тут вот я добавляю более сильную, тупо мужскую линию. Если что, я шучу. Ты мужики. Да. Вот тут вот у меня локон идет вот такой вот красивый, нереально крутой. Вот здесь вот нереально крутой, красивый. Вот так вот он уходит вот сюда, вот заворачивается. Короче, капец. В аниме волосам нет предела, они не соответствуют физике, и это круто. Да, абсолютно с тобой согласен. Не знаю, каким боком это улетело ко мне в рекомендации, но факт в том, что я здесь. Привет, Дримур. Офигеть, рекомендации работают? Это вообще как? В общем, дело в том, что... Да, мизогония сила. Ну, блин, мизогония, получается, что да. Дориме. Да, так вот. Мы добавляем вот какую фишку. Рисуем волосы. Вот здесь вот добавляем небольшую... углубление, я уже начинаю запинаться, 2 часа, это как-то многовато для меня. В общем, и рисуем, добавляем полностью свою фантазию, используем и добавляем вот здесь вот такие вот завитушечки, добавляем волосы, локоны, добавляем кучу всяких вот небольших волосков для того, чтобы показать более объем. То есть, условно, вы можете сделать на Ариэль похоже. Кстати, может быть. То есть вы можете сделать условно несколько больших локонов, да, волос указать, и потом подобавлять кучу разных вот небольших ответвлений. Вот, допустим, я очень люблю добавлять на волосах вот такую вот чисто дугу. Как будто выбило, вот как будто волос просто вот он короткий взял и выбился. Вот, или там вот здесь вот локон вот такой вот. Тут, как вы можете наблюдать на моем персонаже сейчас, вон там вот внизу, да, вот у него тоже вот этот вот локон, он немножко шевелится и так далее и тому подобное.
То есть просто берете и используете полностью на всю катушку свою художественную фантазию. А если вы художник, значит, у вас 100% есть фантазия. Согласны, узнали? Продолжаем. Теперь мы немножко поговорим по поводу тела. Если честно, я хотела это сделать в следующем стриме, но я слегка затрону эту тему. Мне ее самой нужно немножечко подучить. Для того, чтобы сделать все правильно, и для того, чтобы вы потом не говорили: Инарин, что за бред ты несешь? Вообще, абсолютно не так это все работает. А для того, чтобы продолжить, мне нужно найти, вот он, шея. Я так ее немножко сотру. И, в общем, смотрите, как я рисую ключицы. Я, возможно, не права. Опять же, мне нужно немножко насчет этой темы углубиться. Ой, я поняла, что я только что сделала. Я сделала более прозрачные глаза, потому что я добавила глаза на прозрачный вот этот вот, что это вообще? Вот сюда, вот так вот я это сделала. Да, так вот, на прозрачный слой. В общем, как я рисую ключицы? Я беру вот у нас плечо и провожу вот такую вот линию от одного плеча до другого плеча и соединяю их где-то вот посередине, да? Ну, я есть. Я не художник, я криворучка, которая умеет только в игрульки играть. Ну, типа, ладно. Так вот, я соединяю где-то посередине. Как вы видите, вот здесь вот у меня была линия, если планшет будет работать, у меня вот здесь вот была линия, которую я провела для того, чтобы показать, в какую сторону у нас смотрит персонаж. И вот здесь вот, я беру и... чуть-чуть загибаю вниз ключицу и веду ее вверх. И получается вот такая вот у нас красивая ключица. А от нее уже можно сделать на шею вот такую вот линию. Опять же, я не уверена, насколько это правильно, но вроде выглядит прикольно. Согласились? Узнали? Не узнали? Согласны? Не согласны? Так, слышишь, Пурп, в смысле в Геншин погнали? Алло, я еще не закончила. Да, скоро закончу, но я еще не закончила. Посмотрите на него. Видишь? Кире. Так вот, да. Значит, что я делаю дальше? Я дальше беру эту руку и немножко еще ближе подставляю. Почему? Потому что я так захотела. Я художник, я так вижу. Потому что я хочу, чтобы она была ближе к груди. Хотя, может быть, и не надо. А ну, сейчас я поверну и посмотрю. Наверное, все-таки не надо. И знаете, что мы сделаем? Мы сделаем ей одежду. Офигеть, вот это вообще капец, вот это никто такого не ожидал, никто такого не ожидал, но мы этого персонажа оденем, офигеть, а еще нарисуем ей рот, знаете как, вот так вот. Практически как с самого начала, но теперь я собралась силами и сделала это аккуратно, и вроде бы как, даже красиво. Вот это да, нереально, офигеть. Я нарисовала рот, вот это, офигеть, я рот нарисовала, ребята. Вот это да. А ну, да ну, неужели? Неужели? И чё, и даже не криво, и вроде норм? Офигеть, я ровный рот нарисовала. Стоп, это что, эльф в одежде? Да получается, что так. В общем, первое, что мне пришло в голову, я посылаю космосу свои мысли, и он мне говорит, что я должна нарисовать майку. Я рисую майку. Как рисовать майку? Все знают, как выглядит майка вообще? Кто не знает, как выглядит майка? Поднимите руку. Фу, неучи. Так вот, значит, как мы рисуем майку? Вот здесь вот нам нужно сделать лямочку. Вот здесь вот нам нужно сделать лямку, такую, да? И вот здесь нам нужно сделать лямку. В спине эта лямка уходит вниз. Далее, где-то на груди мы делаем треугольный вырез, вот такой вот. Вот здесь вот у нас будет виднеться грудь. Хотя, знаете что, мы сделаем чуть-чуть меньше декольте, чтобы у нас грудь была видна. А-ха-ха. Как поднять руку? Да, смайлик отправляй чисто. Вот так вот мы рисуем нашу грудь. Теперь берем вот здесь вот ее красивенько обводим вот таким вот образом. К
Кстати, еще я потом вам расскажу, как одежду рисовать. Я так долго мучилась, чтобы научиться рисовать одежду, вы себе не представляете. Я не знала, как рисовать эти тупые складки. Я сейчас не особо на самом деле так, чтобы сильно шарю, но я узнаю чуть побольше инфы и вам расскажу, потому что, ну, сейчас я интуитивно ее рисую, а вообще там же правила есть. Drunk People, привет! В общем, в чем прикол? С этими складками я их рисовала просто непонятно где, везде, где только можно, но не там, где нужно. Да ё-моё! И получалось так, что у меня складки были какие-то неестественные и вообще некрасивые. А теперь я понимаю, что нужно их рисовать по форме тела, примерно по физике, как оно вообще будет соединяться. Вот, например, вот видите тут складочку? Вот так вот, тут как будто футболочка задралась немножечко, да? Вот так вот. Вот здесь вот складку, и вот она уходит на нет, как бы, да? Далее, вот здесь вот можно сделать очень-очень тоненько, тоненько обозначение, где у нас находится вторая грудь. Чисто грудь. Вот таким вот образом. Вот таким вот образом мы рисуем. Можно сделать вот такие вот складочки, которые будут нам показывать, что у нас футболка немножко растягивается. Потому что что? Потому что у нас сисечки есть. Небольшие. Как рисовать? А вот так вот берешь и рисуешь. Кроме складки умею рисовать. Только складки умею рисовать. Слушай, если ты умеешь рисовать складки на одежде, ну, без рофла, то это очень офигенно крутой навык, потому что, ну, складки, как по мне, ну, тяжело рисовать. Еще надо знать ткань. Это что-то капец, это же такой гемор. Это надо знать, из какого материала сделана ткань. Вот условно, если это какой-нибудь хлопок или еще что-то, она может быть воздушная, может быть, складок нет, а может быть, они есть. Ну, короче, вообще кошмар. Я тебе говорю. Так, далее, мы рисуем плечо. Вот так вот оно у нас уходит, вот сюда вот, да? И рисуем руку. Ну, она у нас немножко культяпочка будет немножко. Ну, вот так вот чистая рука, да? Ну, ладно, допустим, она уйдет куда-то вниз, условно. Чтобы у нас культяпка не была, а то культяпка страшно, чисто вообще капец. Руку мы рисуем вот таким вот образом. И вот здесь вот таким вот образом. Блин, конечно, так себе. Ну, ладно, допустим. И чтобы завершить образ, я вот здесь вот сделаю небольшое... вот такой узелок, как будто вот на ней что-то, как будто она механик какой-то или в комбинезоне. У нее рубашка здесь завязана. В общем, что-то у нее здесь завязано. И что-то уходит вниз. Вот таким вот образом. Кстати, насчет плеча. Смотрите еще, какая фишка есть. Вот у нас есть плечо, да? И вот здесь вот у нас есть мышца. И мы ее можем, в принципе, слегка показать. Но вообще желательно показывать все это дело не линиями на арте, ну, не лайном, а показывать это все тенями. Чтобы вот как будто вот вы смотрите, когда на человеческое тело, да? Вы же не видите, что у него линиями показаны мускулы. Это все сделано тенями, то есть... Темные цвета, они делают углубления, светлые цвета, они делают все больше, да? И получается вот так вот у нас. Вот такая вот у нас красивая эльфичка чисто получается. Что-то мне здесь не нравится. А, я просто привыкла, что здесь плечо было, а теперь его нет. Ну, типа оно вот так вот. Знаете, что еще? Мне не очень нравится то, что у нее голова слишком большая. Поэтому мы сейчас возьмем и соединим все слои, которые у нас были. Условно, мы дорисовали скетч, и мы хотим в нем что-то исправить. Мы соединяем все слои, смотрим вот так вот, немножко отдаляем персонажа. И я сделаю ей голову чуть меньше, потому что, как по мне, голова большевата, конечно, большевата. Вот так аккуратненько обводим, чисто, красиво. Обводим. Делаем голову чуть меньше. Вертим туда-сюда. Эти локоны сделаем чуть больше, потому что они изначально были больше, да, вот так вот пошире бы их сделать. Реально это испортало. Нарисуй портал ган ей. Я, нет, не испортила. Ну да ладно, не нарисую я вам ган. Вот так вот волосы еще. Кстати, можно волосы подлиннее сделать. Если планшет будет работать. Вот еще один вот здесь вот локон я сделаю. Вот такой вот красивый. Чтобы завершить образ.
Вот такие вот не особо пышные, но красивые, кудряшечные волосы у нас получаются. Можно ей сделать какой-нибудь аксессуар добавить. Допустим, вот сюда вот заколочку вот такую вот, да, две заколочки можно добавить. Можно нарисовать вот здесь вот котика, я не знаю. Ну, то есть, далее вы можете делать все, что вы хотите. Ну, кстати, котик выглядит очень даже ничего так. Теперь, на самом деле, есть два варианта. Либо мы заканчиваем, либо я могу вам показать немножко в цвете, как это можно еще обыграть. Ну, буквально чуть. Хотя я, наверное, сделаю это в следующий раз. Знаете что, на следующем стриме мы эту девушку испортила. Может быть, я ее еще немножко тут под... Что? Почему? А, потому что не на том слое. А, там наш. Вот. Я ее еще немножко подкорректирую, наверное, под свой вкус и стиль. Возможно. А возможно и нет. Скину ее вот так вот в скетчевом варианте, а в следующий раз мы рассмотрим то, как делать покрас. Покрас тоже довольно сложная, но интересная часть, у которой есть свои нюансы, о котором я вам с радостью расскажу. 20 минуток осталось. Извините, если кого обидел, прошу прощения, применяя самоосуждение. А ты кого-то обижал? Ну ты противоположного пола, это норма смущает... Что только левая. Что? Почему левая грудь напрягает? Не поняла. Так, интересный вопрос. Почему левая грудь напрягает? Левая это вот это? Что? Правая, левая? Левая вот. Почему? Так, Пурп, поподробнее. Когда next stream? Next stream завтра! Конечно, у меня завтра день рождения, не будет стрима никакого. Возможно, воскресенье, но возможно и нет. Но на самом деле у меня каникулы, поэтому я надеюсь, то, что они будут вообще. Вам вообще интересны в будние дни стрима? А кого я спрашиваю? Когда будет, тогда и будет. Это ж я. Алло. Да. Так что вот так вот. Мы заканчиваем пока что на вот этом моменте. Я сделаю, знаете что? Я сделаю цвет фона немножко более темным. Вот так вот. И сделаю себе напоминалочку. Тут. Цвет. И, так вот, значит, что я хотела сказать. Сегодня мы научились рисовать глаза. Я вам объяснила, в чем прикол. Эмоции. Рассказала про типы волос, про тело, про нос. Про рот не рассказала, потому что не так сложились звезды. Завтра стрим, если стрима завтра не было, прочитайте это сообщение. А меня напрягает, что при отзеркаливании перспектива выходит из чата. Это в смысле выходит? Какая перспектива выходит? Не поняла. Вот этот глаз я опять бы... Короче, слышишь, перспектива, Рома, ты бан получаешь. Перманентный, навсегда. Я тут пыталась все сделать правильно, ты меня расстраиваешь. В смысле перспектива выходит из чата? Каждый раз... Это такая штука. По-моему, все нормально. Или нет? Ну, эта грудь закрывается. А что вам не нравится вообще? Вам что, что-то не нравится? Нет, не надо было его банить. Что Рома всегда получает нагоняй. Это не шутка, он, Рома перфекционист. Да не, верните Рому, пусть извиняется. Так вот, я о чем? Я о том, что мы сегодня научились много чего рисовать, я вам много чего объяснила. Надеюсь, то, что вам будет очень полезен этот стрим, если вы его смотрите в записи каким-то образом, или если вы его вообще просто смотрите. И я очень надеюсь, то, что вам вообще все понравилось. Если вам понравилось, пожалуйста, пожалуйста, поставьте лайк. Я буду этому очень рада. Спасибо вам огромное, то, что пришли. Я немножко испугалась по началу стрима, то, что так мало людей, и вообще не поняла. Да, что, Ром, что? Он мне в Дискорде пишет. Очень нужна напарница. Хорошо, я сейчас приду. В общем, спасибо вам большое то, что пришли. Спасибо вам огромное. И вот так вот даже. Скоро не начнем. До скорой встречи. Спасибо вам большое. До скорой встречи. Да. До скорой встречи. Нет, микрофон. Я почему микрофон не работает? Не поняла.
источник пения. Микрофон работает. А здесь работает микрофон? Здесь. И здесь работает. Все, да-да-да-да, все, да-да-да-да. Пока! Пока, всем пока! Всем пока, покеда! Покеда, пока! Бабы, 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 бабы всем, бабы, бабы. Все, уходите, что вы сидите? Бабы! Пока! Пока, пока! Пока! Большое, пожалуйста! Пока! Пук-пук, пок-пок! Покеда! Хорошего вам вечера, сладких снов и тому подобное! Вот так вот.